Ребят, я вас привела в один магазин, где продаются всякие колбаски, прошутки, мяско, чего там только нет. Вот под потолком висят всякие салями, прошуты. Боже, сейчас я вам покажу. Мы пришли сюда отовариться. Я здесь первый раз. Угу. Так. Вот, смотрите, цены. Прошутто. Это за килограмм цены стоят, да? Здесь вот продается паркет Романа. Это свинка копченая, очень вкусная. Ну, вот написано, кусок 10 евро за килограмм, если нарезано 11. Очень вкусные бутерброды. Попытаюсь подойти. А, вот она. Так. Ну, здесь хлеб, сразу бутерброд делать можно. Ну, какие продавцы. Так. Ну все, у меня уже слюнки бегут. Здесь у нас что? Так, здесь все свинины. Ножки, хвостики, головы. Ну, мясной рай. Больше всего мне нравится на потолке. Пойдем еще погуляем. Вот это висит прошутто. Так. А, вот это закуска еще. Грибочки, баклажаны, сухие помидоры, перец, оливки. Ага. Так, здесь еще сыр. Качота сарда из Сардинии. Так, вот знаменитая грана вода. Сейчас мы еще посмотрим, что тут. Качота ди пегора. Это из овечий сыр. Овечий сыр. Качокавао. Ну вот, качукавао. Это сладкий сыр и дымком. Копченый. Слава себе забыла. Траваона ливаврикио. Тоже вкусно очень. Так. Ну вот. Панорама вам отсюда. Какая интересная дамочка за мясом пришла. Модная. Здесь я посмотрю, что там мои мужчины покупают. Надо проверить, они покупают или они с продавщицами заигрывают. Нет, там продавец. Ну вот, значит так. Сосиски 4,90 за килограмм. Биштек 4,90. Ну что такое мясо, а? Тут все свинина.
Пойдем сейчас попросим бутерброд с крокетой. Сейчас мне тут будут делать бутерброд.